И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Geronix. И сегодня, ребят, я буду играть в Geometry Dash. Ребят, сегодня я буду, так сказать, не проходить челленджи там. Сегодня, короче, я буду проходить обычные челленджи, а не как у меня там видео. Ну, конечно, челленджи будут довольно такие непростые, ребят. Такие, знаете, ой, это уровни какие-то. Начнем мы, пожалуй, с челленджей. Ребят, если что, вы делаете тоже для меня уровни. Я пока смотрю, есть только один уровень. Когда наберется хотя бы уровней 5, то я тогда сделаю обзор на уровни от подписчиков. Ага, смотрите, рекомендуется вот лететь вот именно так. Ладно, давайте полетим именно так. Все, ребят. Изи, ну, как бы, ну, это по реалии как-то изи. Вот. Где-то звездочек, 3-4 звездочки где-то, не знаю, но для меня это вот так. Ну а чё, реально? Одна попытка. Изи. Но все равно, ребят, ГГ. Все равно, ребят, ГГ. Так, ну давайте этот челлендж, потом буду рандомно все делать, короче. О, это даже очень крутой челлендж. Ух ты! Прикольно. Да блин, как так? Я же слился вообще на глупом месте. Это что еще такое? Во! Вот это, ребята, оно! Вот это. Изи! Даже вот из цепочек составил слово изи. Для меня это было даже не изи, а реально, знаете, 6 звезд, это довольно даже много. Level good, ребят, по старинке просто. Level good GG. Но мы, ребят, переходим к следующему уровню. Ну а следующий, ребят, уровень, это Challenge Wave 1. Это не рандомный, ой, рандомный левел. Ух ты, знаете, довольно даже неплохой. Так, о, классно, только бы, ай, как-то, знаете, да как, сложно слишком, знаете, вот с музычкой это было бы гораздо бы лучше. Во, о, ребята, круто. Прошел реально, знаете, с музыкой и... А чё, реально круто. Звездочек, знаете, тоже было хард, так что... Реал. Level good. Так, ребят. Ребят, ну давайте, погнали следующий уровень. Ребят, всё. Все, так. Ой, не так, точно. Ну а следующий челлендж, это, ребят, челлендж от, точнее, by Elto, ну просто Elto 980. Сейчас только что надо музычку мне, ребят, закачать. О, без музычки это, знаете, никак. Никуда не тянет лайк, конечно. И, ребят, давайте проходим, давайте. Я знаю, что я справлюсь. При высокой скорости это довольно-таки возможно, но вот так вот это нереально, понимаете? О, ГГ! Это реально было, знаете, вот ГГ. Это вы не поверите, реально, как трудно это мне удалось. Реально, это 8 звезд, это... Да, точно. Даже very good и hard. Ну, конечно, в конце, ребят, ГГ. В конце ГГ стоит, ребят. Если вы увидите такой комментарий, то давайте. О, какой-то челлендж вейв. Даже несколько челленджей. Ну, давайте посмотрим все-таки, что это за челлендж. Ага. Я, ребят, понял, но знаете, как-то я тут не мастер.
О, я знаю, ребят, я проходил. О, я тут мастер. Блин, все. Лайк 9 звезд, ребят. Ну, погнали, челлендж. О, чего? Челлендж демон? Так, ну давайте посмотрим. О, там вот этот переход, знаете, мне не нравится. Ну ладно, давайте все-таки. Хотя ладно, все, давайте. Давайте. Да, харе. Харе, ну бить. Я же говорю, не нравится мне этот переход. О, даже был виден финиш. Это опа. Да блин, что такое? Харе, ну бить. Ребят, два эпичных фейла. Два эпичных фейла. Знаете, тут главное вот первое мне удачно пролететь, а все остальное как-то как бы все круто. Да харе! Меня бомбит, понимаете? Бомбит. Сколько я уже? 20. Знаете, вот сдох просто на изи месте. Реал. И наконец-то, знаете, ребят, я уже мог бы почти, как я только начал проходить этот турнир, я бы уже мог бы это сделать. Знаете, 34 попытки, это челлендж демон. Это, ребят, для меня оказалось демоном. Ребят, самый трудный уровень вообще, который я проходил. Very hard. Очень трудный, но хороший. Ребят, так вот. Га-га-га-га-га-га. Ребят, какой дальше? О, опять какой-то Дорамир. О! Так, похоже, ребят, тут придется какая-то помощь. Давайте, 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 ребят, тащим, тащим. Тащим, ребята, мы тащим. Тащим, мы тащим, ребята, мы тащим. Фух. Все. Гг. Дорами. Так. Ребят, челлендж мне казался очень трудным, так что 80 звезд какие-то, да. Ну, я, конечно, забил хард и хардер и инсейн, так что да, эти уровни того стоят, знаете. Да. Левел, ну просто, знаете, для двух пальцев, вот, просто для двух пальцев вот такие вот левел, да, существуют. Ну, погнали дальше. О, ребят, первый наш челлендж инсейн, я не знаю, не первый. Так. Ребят, я не смогу этот челлендж пройти. Без вашей поддержки, конечно. Если вы, ребят, над этим видео поставите примерно 10 лайков, то я выпущу даже стрим по геометрии. Ну, тем более, конечно, он будет там через день, но все равно. Так, какой-то реально челлендж инсейн, даже не инсейн, тоже демон, даже немножко выше. Так, 14. А, другой чувак 16 прошел. Очень сложный. Вот так вот столько. О, много, много, ребят, знаков восклицательных. Ладно, ребят, давайте, не знаю, последний уровень на сегодня это вейв. Увидите. Чего? Чего? Нет. Чего? Я не понимаю, что я делаю. Этот левел реально, ребят, антистресс. Я оставлю его ID как бы в описании. Это реально очень крутой левел. Я прям советую. Да, изи, но... Блин. Две попытки? Чего? Давайте как попробуем еще, ребят. Вы смотрите на волну, на эту. Вы смотрите, что с ней творится. Офигеть, ребята. Вот это реально антистресс. Вау. Реально.
Офигеть, ребята, оно так медленно, знаете, плавно спускается, а потом поднимается. Просто реально ГГ3Г. Все, good. Так, синий. На самом деле это шот? Ну ладно, ничего. Ой, ребят, музычка, как некрасиво это все выглядит. Сейчас лайк поставим, ребят, и... Давайте, я уже 11, почти 11 минут записываю. Давайте, ребят. Чего? Ребят, меньше даже... Ой, больше одного блока. Это... А как я сливаюсь? Ладно, максимальная сосредоточенность... Сосредоточенность, господи, все. Вот. Блин, знаете, вот не привыкаю, я путаюсь, кто верхний, кто нижний, иногда вот так вот, знаете, если с вами тоже такое случалось, то пишите об этом в комментариях. Также вы пишите в комментариях, стоит ли мне записывать вообще стрим по геометрии, да. А то я уже много раз записываю стрим по пиксельган, ребят, я уже не знаю, где чара. Кросс. Найтмер где? Ну, реально, левел на 9 звезд тянет. Вот там с двойными волнами, конечно, вот вообще. Так, давайте посмотрим, какие комментарии. 100%? Как? Ребят, все 100% набрали. 54. А потом он 100 набил. Ну, ребята, если все набрали это вот такое количество процентов, то давайте... Ребят, похоже, этот уровень не для моего скилла. Хотя вы понимаете, что вот эти вот... Очень легко вот так все сделать. Ну, точнее, перелететь это все на волне. Вот, то высоко, то низко. Я не понимаю, если честно. То знаете, как я буду? Раз, два, три. Вот так вот. Раз, два, три. Раз, два, три. На последнем шипе. Ну, ладно. Так, ну давайте, последний уровень, челлендж и челлендж вейв. Тот следующий, вот. Ух ты. Что? Чего? Реально, будто лайк и очень сильно замороченный демон. Сегодня вообще дофига таких уровней. Вон многие, ребят, даже... Ну и я тоже 29. Демон... ГГ тоже ставлю, большое ГГ, но точнее не тройное, потому что антистресс, ребят, там не сравнится, вот вообще. Ой, тоже, ребят, без музона плохо, вообще, вот, не скачивается, понимаете, уже. Блин, вот как некрасиво так смотрится, вот такая толстая волна иллюминати. Кстати, я могу сделать, ребят, иллюминати, давайте. А, кстати, вы тоже можете. Только вот это начало неприятное, ребят. Вообще. Ну, ребят, погнали. Все, последний уровень. И, ребят, конец видео, в принципе, это уже. О, вот это реально уже красивый. Заслуживает лайка, да. Что это? Ребят, да что такое со мной сегодня? Во. А это можно, если честно, касаться? Смотрите-ка, да. Да блин, что такое? Я же нажал. Похоже, да, нельзя касаться. Ну ладно, ребят. Вот такие были замечательные челленджи. Вообще, офигеть. О, как раз сундучок. И все. Только один. Какой-то там алмазик. И все. Ой, ну, 10 там алмазов и один такой бриллиант. Ну, на самом деле, такой тоже голубенький алмазик. Фух. Ну, ребят. Так, кто там? Ну, ладно, ребят. Надеюсь, вам понравилось это видео. Конечно, идея этого замечательного уровня я оставлю в описании. Ну, а с вами был я, Джероникс. Всем удачи и всем пока!